Как сообщила адвокат Михаила Назарова Галина Романова, ее подзащитный собирается ходатайствовать перед судом о рассмотрении его дела коллегии присяжных заседателей. На днях дело об убийстве двух самарских школьниц, совершенном около года назад, поступит в областной суд. Назаров отрицает вину в убийстве. По его версии, девушек убили знакомые его подельницы Татьяны Галкиной, а он только помогал избавиться от трупов. Назаров в ходе расследования выдвигал несколько алиби, но проверки показали их несостоятельность. Однако общественности не удастся оценить достоверность версии подсудимого, так как судебное следствие пройдет за закрытыми дверями.